Всем привет, друзья, на канале Пуся Трайченкова. И сегодня мы едем на море. Ну, в отпуск. И сейчас я, как вы можете видеть, лежу в машине у нас. Сейчас я вам ее покажу. Ну вот, здесь у нас самый последний ряд сидений. Вот там уже больше багажник. Вон там, сейчас был, простите, лежачий полицейский. Ну вот, вид из окна, конечно. А здесь у нас второй ряд сидений. Вот. Первое, второе, третье. И вот мой брат Илья. Так, ну, из окна сейчас... Так, ну вот, в окне очень скучно. Да, очень, понимаю, скучно. И я лежу, перед вами лежу. Да. Сейчас я покажу мой багаж. Мой багаж. Рюкзак. Ну вот, мой рюкзак такой, конечно, да, большой. Вот с такой вот подушечкой. Она очень классная. Еще в рюкзаке у меня много чего лежит. Вот, сейчас покажу вам. Вот в этом кармашке лежат лоу. Вот здесь я не помню, что лежит. Сейчас проверим. Здесь у меня, возможно, какие-то конфеты лежат. Вам не видно? Нет. А здесь, ребята, пусто. Здесь пусто. Здесь у нас лежат конфетки. Конфетки. Это рассасывательные конфетки. Сейчас я положу их обратно. Ничего, у меня в этом кармашке деньги лежали. Сейчас. Вот все. Кармашек мы должны закрыть. Вот. Закрыли. Все. А здесь, как я вам... А вот здесь у меня полочки. Здесь, конечно, для стаканчиков такая штучка, чтобы вот кто сидит на вот втором ряду сидений, могли поставить сюда стаканчики или многие другие штучки. Мы еще до сих пор не выехали из города, но вот что у нас в окне сейчас. Вот здесь у нас Русь, кинотеатр. Ну и, короче, это скучно. Так. Здесь у нас что? Вот. Ну, здесь у нас тоже все скучно. Вот. Торговый центр небольшой такой. Дом. Пятиэтажка. Ну и какая-то площадка. И мусорки, это не главное. Ну, вот сейчас мы будем кольцо, на кольце поворачивать. Вот. И вот. Сейчас вы увидите, вот какое у нас красивое кольцо. Да, вот. Тут лес, лесок там. Впереди. Жалко, что я не могу все впереди. Ну, здесь у нас сейчас будет просто лес. Вот. Лес. Просто лес. Да, просто лес. Зачем нам лес? Ну вот, да. Я включу камеру, когда мы... когда я найду что-то интересное. Значит, я уже заговариваться начала. Ладно. Выключаю камеру. Скоро включу. Итак, друзья, вот у нас здесь уже деревня. Деревня, поселок или это наша деревня. Интересно, они тихо случайно разговаривают? Ну, вот это не наш въезд, сейчас я покажу наш. Вот там здесь продается хлеб из тандыра, кстати, очень вкусный, да. И ребята, вы лайки поставили, чтобы мое приключение с моим приключением все было хорошо, поставьте, пожалуйста, лайки. О, это наш въезд. Вот он сейчас был. Поставьте, пожалуйста, лайки. Все подпишитесь на канал. И, конечно же, нажмите колокольчик. Да, чтобы первыми увидеть мои обновления. Ну вот, ребят. Вот здесь все поинтереснее. Вот, видите, все интересно. Ну, здесь уже не очень так интересно. Сейчас я буду вам показывать здесь вот так вот. Такой вот домичек. Домишко стоит, еще домишко. Еще что-то. Короче, тут прикольнее, чем... С этой стороны там уже чисто поле. Ну, практически чисто поле здесь уже. А вот там, ребята, у нас где-то кладбище. Да, вон там с забором у нас кладбище. Здесь заправка, да. Здесь заправка. Ой, не заправка, а остановка была. Сейчас мы будем проезжать возле деревни. Вот мы выезжаем из Разведья. Продуктовый магазин, да, фонарь. Ой, не фонарик, а такие столбы. Ребята, вот, смотрите, здесь есть у нас вот так. Я не понимаю, ничего.
это вот, смотрите, здесь забор был такой заросший весь, как будто старый. И вот такая вот штучка здесь. Да. Вот. Мимо заброшек мы проезжать, конечно же, не будем. Так, здесь уже не так. О, вот тут сейчас будет самое интересное. Здесь есть болотце. Здесь болотце есть, оно было. Сейчас вот я вам колодец покажу. Вот был колодец. Видели какую-то синюю разметочку? Ой, как сейчас закрутило меня. Вот здесь еще более интересное. Вот смотрите, сейчас будет. Вот это, у нас вот есть где-то баня. Баня здесь есть где-то. Вот сейчас я ее покажу вам. Сейчас. Вот. Нет, это не она была. Сейчас вот я баньку вам покажу. Баня, она, вот она баня, она еще не достроенная. Вот. Ну вот, ребята, вы увидели все. Сейчас я буду показывать въезд в нашу деревню. Он, вот смотрите, вот он здесь, видите, вот он въездик был. Ну еще, если ехать оттуда, то можно вот здесь въехать. И там у нас сейчас бабушка находится в деревне с курочками, собачкой, уточками и цыплятками. Я обожаю цыпляток. Это у нас что-то здесь, я не знаю, что это, простите. Так, что еще? Так что, ребята, считайте, это была первая часть, потому что я не могу долго снимать. Давайте я продолжу чуть позже. Поэтому я могу снимать сегодня 2 видео за один день. Поэтому ждите, я сниму. Только, пожалуйста, ребята, подождите чуть-чуть. Несколько часиков примерно. Я включу, наверное, камеру вечером. Сделаю новое видео вечером, так что это будет первая часть. Первая, запомните. Я еду на море. Ну вот, ребята, всем удачи. Подождите. Все лайки поставили? Еще раз проверим. А, ребята. Я поставил. Если, ребята, вот вы... Блин, забыла. Ребята, пока я еду, вы должны будете написать мне хэштег море. Поняли? Так что, ребята, всем удачи и всем пока-пока. И пока. Пока.